Несмотря на отрицательную температуру воздуха, которая установилась в московском регионе, в округе продолжается ямочный ремонт. Ежедневно дорожные рабочие восстанавливают асфальтовое покрытие на самых оживленных городских магистралях. Какой срок службы у зимнего асфальта? Узнал мой коллега Григорий Ворванин. Ямы на Комсомольской появились недавно. Причины – резкие перепады температур и интенсивное движение транспорта. Ждать наступления весны, чтобы залатать выбоины, теперь не нужно. Технологии позволяют проводить ямочный ремонт и при минусовых температурах. Технология придумана давно, да, используется везде. Дорогостоящая, конечно, потому что кохер нанимается. Это установка, где постоянно идет подогрев асфальтной смеси. В яму заливается литой асфальт. Его температура около 180 градусов. Застывает такая смесь примерно за полчаса. Срок службы зимнего асфальта – 4-5 месяцев. О том, что на проезжей части образовалась яма, сообщают люберчане через портал Добродел или социальные сети. Все такие обращения отрабатываются, а яму заносят в специальный реестр. Мы ведем статистику, потому что каждая яма, которая на дороге, мы ее регистрируем. Есть такая форма СКПДИ, где мы в систему будем через систему ГЛОНАСС эти ямы регистрируем, привязаны они к местности, точно обозначены на карте, именно в месте дороги, все это дело фиксируется. Всего с начала года было выявлено больше 350 выбоин, около 270 уже залатали. С наступлением тепла работы по восстановлению и замене дорожного полотна продолжатся. На 2021 год запланирован ремонт 36 городских дорог. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.